Всем привет! Ну, да, это снова я. А вы думали, все? Спекся Харитоша? Ха-ха! Ну, вообще, если честно, трудновато что-то как-то. Не особенно-то ты кому-то нужен тут со своими талантами. Ну, чем я занимался все это время? Одно время пытался на телеке работать ведущим, но выпнули. Сказали, что с женской точки зрения я недостаточно харизматичен, а с мужской недостаточно умен. Оболгали, я считаю, из зависти. Потом пошел по театральному поприщу. Устроился на главную роль Дедом Морозом на детские праздники. Ну, не пошло. Дети плачут. Зеленый Дед Мороз, Зеленый Дед Мороз. Это у него такой летний камуфляж, остряк папашки. Да пить надо меньше. Все тещи мира тоже тут как тут. Потом в кино пробовался. Тоже на главную роль. Реклама чистящего средства для кафеля сантехники. Там такой блокбастер мощный. Толпа зеленых монстров нападает на белую-белую ванну. И у них есть непобедимый предводитель. Это я должен был быть. Я уже даже начал репетировать. Но потом у них там как концепция поменялась. Решили, что компьютерная графика будет оригинальнее. Такие дела. С кино тоже не пошло, короче. Решил вот в шоу-биз теперь податься. Буду делать сольную карьеру самого себя. Даже песню записал на компьютере. Сейчас вот клип снимаю на телефон. Ну, пока ничего такого фееричного. Но надо же начинать с чего-то. Группу в социалке завел. Пока 3 человека подписались. Я Машка и подружка Машкина. Так что помогите, кто чем может, начинающие звезды кино и шоу-бизнеса. Кто лайком, кто смайликом, кто комментарием ободряющим. Кто может на группу подпишется, если не трудно. Очень хочется быть звездой. И квартиру на Тверской.